Всем привет, с вами Inform TV. Пётр Дранга отличается красивой внешностью, сильным голосом и огромным талантом. Юный артист довольно быстро покорил эстраду и сердца нескольких поколений. Все были поражены мастерским владением аккордеона, а молодое поколение прониклось более современным исполнением популярных песен. Но в последнее время про молодого человека мало что слышно. Давайте же разберемся, куда он пропал. Родился будущий артист в Москве. Его родители уже тогда были успешными музыкантами. Они не были удивлены, когда обнаружили в своем сыне способности к музыке. На протяжении всего творческого пути родители поддерживали Петра, и он очень благодарен им за это. Творческий путь юного дарования начался в 6 лет с поступления в музыкальную школу. После ее окончания мальчик поступил в музыкальное училище, а затем в вуз. Несмотря на провал вскоре созданного им вокально-инструментального ансамбля «Торра», Петр не сдался, а начал подрабатывать, выступая в барах и ресторанах. Но и тут он не получил желаемого успеха. Тогда артист решил отправиться с гастролями на Северный Кавказ. Там он поразил публику своей игрой. Вдохновившись успехом, Петр отправляется в тур по России и собирает коллектив «Овердрайв». Во время очередного выступления его заметил Александр Песков. Он предложил ему выгодное сотрудничество. Их совместное шоу принесло успех и признание. С ростом популярности Дранга начали узнавать и приглашать к сотрудничеству звезды российской эстрады. Среди них были Газманов и даже Патрисия Каас. Новые альбомы артиста стали разлетаться миллионными тиражами. Не стоит забывать, что и внешность Петра играла свою роль. С ним также заключали контракты модельные агентства. Но с личной жизнью красавца все не так уж и просто. Из-за того, что Петр зачастую появлялся на публике с разными красивыми девушками, СМИ прозвали его неисправимым ловеласом. Тем не менее, артист так и остается завидным холостяком страны. Используя свои знания и опыт, Дранга сейчас занимается продюсированием на своей студии. И этот бизнес довольно успешен. А вы помните этого замечательного исполнителя? Если любите его композиции, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!